Здравствуйте! Сегодня я буду готовить оладьи из кабачков. Для этого нам понадобится кабачок, натертый на крупной терке, соль, яйцо, мука и растительное масло. У меня за кадром уже было все подготовлено. Кабачок, мука, яйцо, масло растительное и соль. Сначала нам нужно добавить кабачок. Кабачок нам нужно отжимать руками, потому что с него течет сок. И мы его кладем в емкость. Так, я отжал кабачок, добавил соль, разбиваем яйцо, добавляем муку. Так, я поставил сковородку на разогрев, выливаем растительное масло. Масло надо разлить по кругу. И ждем, пока сковородка подогреется. Итак, у меня сковородка уже более-менее подогрелась. Выкладываем чуть-чуть теста и немножко его прессуем, чтобы оно было более плоским. Я их переворачиваю. Так, забыл вторую лопатку. Переворачиваю их. Вот этот у меня был самый первый, он поджарился лучше всех. Что же, ждем, когда они поджарятся с другой стороны. Итак, оладушки пожарились с другой стороны. Мы их перекладываем на тарелку. Вот что у нас получилось. Всем приятного аппетита!